На автодроме «Нижегородское кольцо» новый сезон работы начала Академия SMP Racing, где юные спортсмены могут обучаться уже с 5 лет. Уже сейчас в Академию зачислено 10 пилотов, а всего желающих более 60. Есть и представительницы прекрасного пола. Мне как бы не шел балет, не танцы. Мне хотелось что-нибудь экстремального. Программа обучения рассчитана на то, чтобы пошагово довести одаренных спортсменов до больших призов. Есть в профессиональном картинге несколько классов. Первый класс – это класс микро, там 6-8 лет, это вот как раз старт. И потом последующие классы супер-мини, мини, окей, джуниор. Вот. И потом ребята попадают в F4, в нашу российскую. И потом дальше смотрим либо F3, либо дальше Renault 2.0. В день открытия сезона юные спортсмены провели тестовую гонку, итоги которой индивидуально разбирались с профессиональными пилотами SMP Racing. Чтобы начать побеждать, мало того, что просто рулить и нажимать на газ и тормоз. Нужно понимать давление в шинах, разбираться в жесткости рамы, настраивать мотор. И этим уже молодые дарования знают, как пользоваться. Академия SMP Racing работает на Нижегородском кольце уже 2 года, и ее сильнейших пилотов уже можно увидеть в чемпионате России по картингу. На нашей трассе можно заниматься практически на всех видах картов, которые присутствуют в чемпионате России, от карта микро до карта Rotax Max и DD2. Филиалы Академии SMP Racing присутствуют и в других городах России – в Сочи и Грозном. Возможно, что скоро к ним примкнет и Санкт-Петербург.